Главный национальный праздник – День взятия Бастилии – отмечается сегодня во Франции. В эти минуты на Елисейских полях проходит военный парад, который принимает Франсуа Олланд. Он проехал перед строем военнослужащих в окружении кавалеристов отдельного полка Республиканской гвардии. В параде участвует более 200 единиц военной техники. Над городом пролетело полсотни самолетов. Они раскрасили небо в цвета французского флага. По традиции, среди участников шествия – курсанты элитных военных академий. Завершатся торжества вечером, большим концертом и фейерверком. И как только что стало известно, поздравления Франсуа Олланду направил Владимир Путин. В телеграме глава российского государства отметил, что Франция традиционно относится к числу ведущих партнеров нашей страны в Европе и в мире в целом.